А впереди день, которого ждали четверть века. 1 ноября откроют участок дороги на проспекте Победы. А это значит, у автомобилистов появится возможность подъехать к жилым домам или напрямую попасть на Морской. Подрядчик сдал объект на 18 дней раньше срока. 25 лет ждали этой дороги. Вот в 92-м году я въехал. Борис Шокин, заслуженный учитель Российской Федерации, преподает физику в 17-м лицее. Говорит, о возможности подъезда к жилым домам мечтали все микрорайоны. Кроме того, новая дорога разгрузит юбилейный железнодорожный переезд. Открытие участка завтра. Перед вводом в эксплуатацию его осмотрел мэр Михаил Гмырин и специалисты администрации Северодвинска. Тротуары широкие, у самой автодороги значительный запас прочности. Толщина асфальта 15 сантиметров, еще 40 сантиметров – щебень. Была перестроена полностью ливневая канализация, уже в плохом состоянии было, почищены все колодцы, перекладка сетей, полностью восстановили освещение, все, то есть замена всех светильников, плюс очень большой запас прочности по асфальту заложен, то есть в асфальте ушло более 50% денег. Подрядчик дает гарантию 5 лет, цена участков 651 метр, почти 59 миллионов рублей. Город построил его своими силами. На сегодняшний день будет работать две полосы. Вот в нынешних условиях пока этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить потребность. В следующем году у нас запланированы средства в бюджете для того, чтобы выполнить второй этап работ. И тогда уже дорога будет работать по полной схеме, значит, без каких-либо ограничений. Пока Победа и Морской соединяет временная грунтовая дорога. В перспективе оба проспекта сольются в одну четырехполосную магистраль. Анна Бибикова, Михаил Тараканов, Вестник Северодвинска.